Молодые ребята, представители студенчества и научного сообщества из разных регионов России прибыли в Дагестан для участия в форуме «Дружный Кавказ». На протяжении нескольких дней для студентов будет проведен ряд различных мероприятий, направленных на повышение уровня знаний участников в области межнациональных и межрелигиозных отношений и развитие межкультурного молодежного сотрудничества. Абдулла Алиев с подробностями. Вот такое жаркое начало, противовес месяцу в календаре. Санаторий «Каспий» в эти дни станет центром для студенческих лидеров из разных регионов страны. Молодые люди успеют за это время подружиться, узнать больше о культурных, национальных особенностях друг друга. Главным организатором форума выступил Дагестанский гуманитарный институт в рамках проекта, поддержанного Федеральным агентством по делам молодежи. Форум собрал с разных уголков России лучших руководителей молодежных объединений, которые поставили перед собой цель научиться дружить, научиться понимать и принимать друг друга, какими бы то мы ни были. Открытие посетил министр по делам молодежи. В своем выступлении он отметил, что форум предоставит возможность молодым людям обмениваться мнениями и наладить связи для дальнейшей совместной работы. То, что Дагестанский гуманитарный университет сегодня это делает за счет средств грантов, проводит такие молодежные мероприятия, это очень важно, и мы поддерживаем и вместе проводим такие мероприятия. Такой форум, я думаю, что по итогу ребята получат новые компетенции, новые коммуникации, контакты между собой и будут более эффективно работать и в студенческих самоуправлениях, сообществах, да и вообще в рамках реализации молодежных мероприятий, молодежной политики. Лидеры на студенческом уровне сегодня, возможно, лидеры нашей страны завтра. И от того, какими важными человеческими качествами они будут обладать, зависит будущее всей нации. И самым важным качеством является взаимоуважение среди всех народов. Ну, я думаю, форум называется «Дружный Кавказ». Я думаю, можно подружиться с новыми людьми, познакомиться, показать то, что ты умеешь, и приятно провести время. Ну, естественно, я с этого форума для себя тоже пользу получаю. Также хожу на тренинги, знакомлюсь с новыми ребятами. А сейчас на форуме, наверное, уже до этого говорили, что с зарубежных республик тоже ребята есть. Вот с ними тоже очень интересно познакомиться. Более 200 участников. У каждого свой жизненный путь, свои цели. Но уже сейчас в них закладывается багаж знаний, с которыми они в скором времени уже серьезно вступят во взрослую жизнь. По словам организаторов, опыт, приобретенный на этом форуме, несомненно, поможет будущим молодым людям принимать правильные решения на пути к намеченным целям. Молодежный форум продлится несколько дней. За это время будут проведены различные тренинги, научно-практическая конференция и, конечно же, спортивные мероприятия. Все это будет направлено на укрепление дружеских отношений между представителями молодежи из разных регионов России и зарубежья. Абдулла Алиев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Карбулакинский район.